Ресурс China Daily сообщает, в Китае будет создана компания по коммерческому запуску ракет. В 2017 году состоится первый пуск. Проект реализует китайская аэрокосмическая корпорация Сандзян, заявил главный конструктор Ху Шиньюн. В 2013-2014 годах в Китае были успешно произведены запуски легких ракет-носителей Куайчжоу-1 и Куайчжоу-2, заявил Ху Шиньюн в интервью. По его словам, строительство компании-разработчика началось. Один из интернет-гигантов уже предложил сотрудничество в области эксплуатации новой компании, добавил главный конструктор. На повестке дня стоит запуск ракеты-носителя Куайчжоу-11, подчеркивает издание. Эта ракета сможет выводить полезный груз массой до 1000 килограммов на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров. Главный конструктор также прогнозирует огромный потенциал спутников Китая на глобальном рынке коммерческих запусков. Он пояснил, что доля спутников коммерческого назначения в Китае намного меньше, чем у США. Создание собственной компании позволит существенно снизить себестоимость разработки и запусков спутников. Эйвен сократит штат и перенесет штаб-квартиру из США, гласит заголовок свежей статьи в издании Wall Street Journal. Американский производитель косметики урежет около 2500 рабочих мест, то есть 7% штата. Кроме того, компания приняла решение о переносе штаб-квартиры. Эйвен сохранит регистрацию в Нью-Йорке, но переведет административные подразделения в Великобританию, где работает с 1959 года. В компании заявили, что головной офис решили перенести поближе к производственным и иным департаментам. Две недели назад компания завершила продажу североамериканского подразделения, отмечает журналистка Шерон Терлеп. Цитата. «После завершения продажи наши коммерческие операции теперь полностью находятся за пределами США, что позволяет нам существенно пересмотреть модель работы», отмечает директор Эйвен Шерри Маккой. Кроме того, компания объявила о сокращении затрат на $350 миллионов, в том числе на $70 миллионов в текущем году. Почему Египет, крупнейший импортер пшеницы в мире, начал бояться хлеба? О египетских канцерогенных буханках и мучных изделиях, вызывающих почечную недостаточность, рассказывает агентство Bloomberg. Хода Эль-Саед, 43-летняя учительница и мать троих детей, узнала из новостей, что ежедневное потребление хлеба, изготовленного в египетских пекарнях, может вызывать рак, болезни почек и даже приводит к выкидышам. Эти страхи являются реальной проблемой для страны, которая тратит миллиарды долларов в год на субсидирование хлеба для неимущих семей. Снижаются риски и для глобальных торговцев, которые поставляют в Египет больше пшеницы, чем в любую другую страну. Цитата. «Я не стану покупать хлеб в государственных пекарнях, пока правительство не запретит ввоз канцерогенной пшеницы на территорию страны», призналась журналистам Хода Эль-Саед. Как пишет Bloomberg, страхи населения, подогретые СМИ, не имеют под собой никакой почвы. На самом деле, ядовитый грибок, из-за которого началась паника, содержится в египетской пшенице на допустимом по мировым стандартам уровне и опасен только если употреблять его в больших количествах в течение длительного времени. Но это не мешает египетской прессе тиражировать конспирологические теории, пишет автор. Отпугивая отказами поставщиков зерна, Египет вовсе рискует остаться без хлеба. Запасы, имеющиеся в стране, могут оказаться меньше, чем кажется. При этом необеспеченное население Египта оказалось в тупике, и получать хлеб по госпрограмме страшно, и совсем отказаться от него нельзя. Люди в режиме гибернации. Сможет ли человек, подобно некоторым животным, впадать в зимнюю спячку для экономного расходования энергии? Автор журнала Conversation Владислав Визовский задает этот вопрос не из праздного любопытства. Способность переходить в спящий режим, так называемый режим гибернации, может пригодиться при длительных космических полетах в будущем. Цитата. «Контролировать гипотермию и метаболизм уже реально. Переохлаждение человека достигается с помощью сильных препаратов и применяется во время проведения операций», пишет автор. «Это делается для того, чтобы снизить потребность клеток в кислороде. Аналогичные признаки имеет естественная гибернация у животных. Организм животного сам умеет включать и выключать этот режим, но на вопрос о том, как именно это происходит, ученые пока не дают точного ответа. Вот какие основные знания о состоянии организма в гибернации, по словам Визовского, мы должны почерпнуть из опыта животных. Во-первых, гибернация, вопреки всеобщему мнению, это не глубокий сон. Она, напротив, приводит к его нехватке. Чтобы выйти из этого состояния, животным требуются часы или дни глубокого сна. Во-вторых, важно понимать то, как гибернация влияет на человеческую память. Она реорганизует связи в мозге, но за сохранность памяти о самых близких существах переживать не стоит. По словам Визовского, ученые до сих пор не уверены в том, может ли длительная гибернация быть безопасной для человека. Однако в теории это вполне возможно, и исследователи рассчитывают, что когда-нибудь гибернация из фантастики превратится в реальность.